Качество обновленных дорог проверил глава Первоуральска Игорь Кобец. Инспекция прошла на объездной в районе улицы Вайнера, а также в деревне Старые Решеты. Подробности в сюжете. Эта дорога в деревне Старые Решеты, пожалуй, самая значимая для местных жителей. Она ведет к фельдшерско-акушерскому пункту. Недавно здесь положили новый асфальт, а сегодня проверяют качество работ. Мы отдаем приоритеты, когда определяем, какие вести ремонтные работы тем линейным объектам, которые идут вблизи либо в направлении наших социально значимых объектов. Жители неоднократно обращались с просьбой отремонтировать дорогу. И эту просьбу власти выполнили. На улице Октябрьская отремонтировано более 700 метров дороги. Жители такое обновление тоже уже оценили. Очень удобно, очень хорошая дорога. Летом тут много машин ездит, у нас тут движение большое, так что... Хорошо, очень отремонтировали. Прекрасно. А это уже обновленный асфальт в районе улицы Вайнера. Здесь недавно отремонтировали более 4 километров объездной дороги. Работы длились 1,5 месяца, и теперь пробок в городе должно стать меньше. Эта дорога важна тем, что она позволит разгружать часть улиц, где более плотное количество светофорных объектов в пиковые часы. Обновленная дорога востребована, говорят сами водители, которые раньше вынуждены были объезжать это место стороной из-за плохого качества старого покрытия. Нравится, плавно, приятно. Живешь в танке, удобно добираться до города. Очень удобно стало. Я всегда раньше через лес ездил домой, сам живу здесь в Шайтанке, а сейчас вот асфальт положили, вообще хорошо стало. Ну вот, пробую, еще не знаю, но начало-то хорошее у дороги. Посмотрим, как дальше будет. А так вообще я рад, что сделали до Шайтанки, заасфальтировали дорогу. Среди отремонтированных в этом году также сельские дороги и межквартальные проезды. В городской черте их за лето обновили 1,5 десятка. Там, где этого больше всего ждали жители. Эта дорога на улицу Ватутина – один из многих внутриквартальных проездов, отремонтированных в городском округе в этом году. Как видим, он пользуется спросом, движение автомобильное здесь довольно оживленное. Ремонт дорог для Первоуральска – тенденция последних нескольких лет. К примеру, с 2017 по 2022 годы в муниципалитете отремонтировали почти 50 километров городских дорог и больше 30 километров сельских. Алексей Вербицкий, Денис Храмцов, новости, Первоуральск.